Сдохнешься. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Черный город, Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Над могилой. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Если кто помог. Всегда есть кое-что интересное. Не тормози. А все-таки накоплю на свой дурак. Может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Да, судьба такая. Не тормози, мужик. Да, все это закончится. Моя информация может тебе пригодиться. Кто же вообще? Отшумели летние дни. Эх, чёрт. Проходи, не задерживайся. Я пересмотрю сэра Булкина, где он проходит как раз таки тен Чернобыля. Это во-первых. Есть у него такая типа пробечка, когда он постоянно вот так вот стрелять будет. Зачем? Вот. То есть у тебя нет никаких проблем с тем, чтобы увидеть. Иди своей дорогой, Стэк. То есть, если да. Вот так смотришь, да, у тебя белый, прицел белый. А когда ты на него наводишь, у тебя прицел становится красным. Ты его издалека можешь узнать. Стрелять. Издалека можно попробовать прицелиться поближе, чтобы увидеть это. Но это делать не обязательно. Можно стрелять вот так вот. Так можно и не делать. Это только если у тебя есть вот такой прицел, то тогда да, тогда можно. А так нет смысла, поэтому как бы это так работает. Сейчас значит. Мы возвращаемся в сейчас смотрите, куда идем. Через свалку топаем мы сюда. Заходим не вот там, вот. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. А тут вот там, а задержим, буду прийти. Стоп, подожди. Там же сейчас начнется дикая перестрелка. Вот это свина спецсерия будет 100%. Мне будет очень интересно, потому что, во-первых, в принципе, я могу ничего не обрезать, потому что она будет максимально короткая, может быть, там 40 минут плюс-минус. Блин. Да, тот же день, когда я отснял две серии, и я сидел такой, думаю, блин, надо еще одну. Прям вот закрепительный такой уж. Потом отдохнуть, и потом опять ворваться. Три серии. За один ночь. Точнее, за одну ночь. Охереть. Кое-кто поговорил, что нужно было достать там какую-то флешку. Я не вижу. Я был там, я видел. Это стоп.
Стоп, подожди. Я там был, по-моему, я не снимал. Да. Потому что я решил, типа, ни хрена. Если можно вот так это выполнить. А потом я забыл, когда я начал серов снимать. Точно. Тогда у нас что получается? Потом сейчас начнется вот это вот замес между вот этим вот. Сколько килограмм? 20 килограмм. Сейчас мы смотрим. А, это слушаем потом. Там сейчас начнется такое дикое. В подвале света тьма. Ты вышел издалека. Тебе не надо ничего прицелиться. Неплохо работает. Это оружие мы потом пособираем, потому что нам сейчас нужно топать. Вот так нам нужно пособирать. Так, еще один готов. Потом если что продадим. Нам надо в подвал. Там нужно найти флажку и убить вот этого вот кедура. Делает вот это вот убийство на расстоянии. А, да ладно. Нужна аптечка. А, блин, слушай, не успею взять такую аптечку. Все, я понял. Я просто подумал, так, типа, а как он будет ее использовать? Все, я понял. Я понял, нормально. Может, потом... А, нормально, на секс уже. Капельный пиздец. Я капельный мой. Нам сейчас нужно идти сюда. Я не ждал. Сейчас посмотрим. Погнали. Там что-то происходит. Вашу! Пошла жара!
вроде полный порядок. Сейчас нужно еще сейчас. Вода. Аптечка. Хелчик на всякий случай. Так. Да-да. Точно вода. Все. Вроде пока аптечки хватает. Неплохо. Если там, конечно, не сестра. Хереб знает. Стрёмный капец. Понимаете, как это строим? Я сейчас просто в ахере сижу. Твой, что? Что? Как?
Это тут. Thank you.
хуйня куда-то не туда пошел. По-любому. Так, я еще раз иду вокруг. Окей. Какое-то запутанное место. Так, окей, хорошо. Тихо. Тебе конец. На тебе, на! Сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять.
Давай це сохранимся тогда пойдем дальше. Посвяти нам сюда. Так, на всякий случай перезарядка. Я не могу так сделать. Страшно, да ладно. Как странно. Судя по всему, он развернулся в ту сторону. Я прострелял. Блин, это очень странно было. Больше всех этого момента не боялся. Окей, хорошо. Стоп, подожди.
сюда. Тут нет, да. Зачем тут? Да-да-да. Окей. Это прям очень жесткий. Реально. Окей, хорошо. Я сделал свое дело, теперь можно, в принципе, возвращаться назад. Честно говоря, я реально в ахере от этого. Не за то, что... Может, хотя бы пособирал. Лучше станет, кстати, глядь. Ребята. А
тоже русская. Кипец. Просто простая серия без клейка. Нормально. Так вот, блядь, просто убрать. Сейчас опять там собирались побить. Это ж русские. Так. Сейчас посмотрим, если там никого не будет. Так. Повезло. Прям пипец повезло.
Шанзан, готов. Ага, все, дальше. Посмотрим. Все. До встречи. Начался. Пока-пока, друзья.